Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект ксеноновых ламп от компании RS, серия Ultra, на цоколь D4S, температура освещения 6000 кельвинов. Комплект поставляется в вот такой вот небольшой упаковке. Внутри у нас находятся две лампы в отдельных коробочках. Лампы мощностью 35 Вт. Подключаются они сугубо на 12 вольт. По виду это самые обычные лампы. Вот одна и также вторая лампа. Напряжение заявлено 85 вольт. Вот вторая такая же лампа. Вот. Световой поток заявлен 3200 люмен производителем. Цветовая температура у нас 6000 кельвинов, цвет должен быть с голубым оттенком от данных ламп. В принципе, что мы сейчас проверим, подключим на питание и визуально посмотрим, как будет светить лампа. Подключаем питание, лампа у нас загорается. В течение нескольких секунд она наберет свою мощность и яркость. Заявленная мощность светового потока, напомню, 3200 люмен. Любой ксенон знаем, что очень всегда ярко отсвечивает. Заявленная температура свечения 6000 кельвинов, как мы видим, она такова и есть, световой поток с голубым оттенком. При покупке на лампы распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость комплекта вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.